Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и нам дали статую вулкана, хотя я практически здесь не сражался, вот сейчас только начнем вместе с вами сражаться. Да, не получилось сделать, ребята, стримчик, я вот только сейчас, у меня воскресенье, в 7 часов вечера, я вот только как бы добрался до компьютера, так что запишу, в общем-то, серийку в офлайн режиме. Так, вот такая вот статуэточка. Верните нам Джаггернаута, да? Как говорится, ребята, кто хочет увидеть Джаггернаута вместо вулкана, давайте пишем такой хэштег Джаггернаут в комментариях под этим видео. Так, а ну-ка, у меня есть? Ну, у нас же этой статуэтки даже нет, да? Вот у меня вулкан есть. Вот, в статуэточке вулкана. Тут у меня уже почти всех по два, да. Две Додо, два Водоворота, два Омеги, два Альфы, и Саламандры, и Мегалодончика. Колосса, короче, всех по два, кроме Бакулита, да? Кракена. Кракена у меня только нет. А, ну, Кракена нет. Урабороса и Валькирии, да? Да, подождите, у нас уже кроме Валькирии был же еще Птеродоустра был. А почему у меня статуэточки нет? Это интересный вопрос. Ладно, ребятки, давайте будем сражаться. Так, у меня он здесь какого уровня? Третьего, по-моему, да? 3000 жизней у него осталось. Давайте начнем, мы первый бой проведем травоядными. Пока есть такая возможность. Я как раз на стеготопса только что потратил. Вот незадача. Ну ладно. Давайте тогда... свирепость. Нет, давайте по силе атаки. Сортанем как-то. Так. Кто у нас куда пойдет? Начнем уж с Иоламбии. 1700 она бьет. Иоламбия, Монастиготопс и Сигнозуб, ребятки. Погнали. Так, это у нас целенький, да? По-моему, его даже... Или чуть-чуть от него отгрызли в прошлой серии. Так, что? Накапливаем. Желательно три уровня нам пробить, да? С каждым существом по одному уровню. Хотя, наверное, не стоило пока что еще ставить защиту. Ну что, вулкан, давай, твой ход. Смотрите. Сидит в обороне. Так, сколько ты уже там насобирал баллов-то? 5 баллов, это много. И не атакует. Ну, давайте пока посидим. 3 балла поставил. Ну давай, на 6. Не хочет атаковать, ребята, ладно. Давайте раз, два. Я его пробил и раз, два. Ну давайте так попробуем. Ах, ты же гаденыш, 3 поставил. Ну сейчас точно проатакует уже, конечно же. 7, атакует на 6. Ладно, и Иоламбии не получилось взять своего фрага. Ну, давайте попробуем Монастиготопсом, например, забрать двоих. Вот, раз, два, раз, два. Давай, вставай, вставай, ленивый. Итак, смотрим. Ну, вулкан выглядит больше, да, с учетом того, что Монастиготопс к нам ближе, он должен казаться больше. Раз, два, раз, два, три. Вот так, должно хватить. Более чем. Но, конечно, Монастиготопс намного более грозно выглядит. Ну и более даже красиво, я бы сказал. А, конечно, кожа вулкана похожа, как будто бы это застывшая лава, да, расплавленная магма была, когда-то она застыла. 7 баллов, атакует на 5. Кря! Кря-кря-кря, сказал Сигнозух. 1, раз, два. Блин, ну походу все, да, он защиту не поставил. Баллы перенес, скорее всего, сможет пробить.
Ну да, 6-6, блин. 5. Не, должны выжить. Ха-ха-ха. Вот это поворот. У него остался один балл. Раз. Я его... Вот это я его точно пробил. Но, увы, я защититься уже не могу, ребята. Ну, бьем по полной. Ну, 29 тысяч урона. И фатальный удар. Так, ну сейчас надо прикинуть. Можно сходить еще амфибиями, а потом сходить хищниками. Чтобы было так как-то поинтереснее. Блин, 63 тысячи. Конечно, очень маленький урон. 800 генов, блин, неплохо насыпают. Давайте смотреть на показатель. Ну, сила удара у него уже 2 косаря. Довольно много. То есть, ну, амфибии наши, вот даже если взять самых сильных, они, конечно, долго не продержатся. Но я хочу взять крутозавра, престозуха, мастодонзавра. Давайте пойдем тут. Мы, в общем-то, по-быстрому. Он нас разберет. И потом пойдем хищниками его накажем. Ну, проатакует, да? Нет, смотрите. Так, ну крутику, походу, не судьба. Он у нас чисто так буферный. Ну, двоих сможем пробить, наверное. Один балл у него остался, да? Давай, престозух. Сильнейший укус. 1, 2, 4, 4. Тогда пробили. 3 и 1, 2. Защита. Отлично. Ну, да, надо было 3 поставить, но я пожадничал. Ну, теперь не будем защищаться, будем атаковать. Чё, пробил? Нифига себе! Это где-то было рядышком. У него баллов могло бы хватить, чтобы выжить, но он решил умереть. Ладно, идем дальше. И 9-й босс. Ну, уровень удара уже не растет, да, 2600. Так, ну и максимально атакуем мастодонзавром. Красиво, очень красиво нарисован, правда? Вау, улетел. Отлично. Ну, теперь, я думаю, уже время вызвать и хищника, когда у него уже и силушек побольше, нам будет поинтереснее. А нет, растет. 3200 сила удара. Ну вот уже, по-моему, выше 10-го не должно расти. Что-то должно остановиться. Или вообще все. Сейчас посмотрим. Неплохо, слышишь, нормально так гены тут можно зарабатывать вот на этом всем деле. Итак, давайте, время атаковать. Так. Ну, первым пойдет, конечно же, пахигалозавр. Так. Потом, ну, Юдон и Индораптор. Погнали.
Ну, пробьем так штук 5, может. Ну, уж тебе, конечно, не, я перестарался. У него довольно сильный удар. Так, мы жадно накапливаем баллы, так же, как и он. Никто не ставит в защиту. Ну, думаю, уже поставил. 2 балла, и я 2 балла. У него 5, что ты будешь делать? Атакует на все 5, это отлично. Пахи должен пробить 2. Раз, два, он покойник. Так, смотрим на его показатели. Выросли? Нет. Нет, сила удара такая же, как... ничего не выросло, короче. 5500 на 1600. Следующий. Может, и 3 пробьет? Жизнь растет, да. Жизнь растет, а удар уже все, стабильный. До 10 уровня растет только. Так, я не запомнил, сколько у него там осталось. Ну вот так. Так, 13 уровень босса, у него 4 балла. Раз, два, раз, два. Так, продолжаем пробивать по 2. Может еще, сможет интераптор, сможет пробить 2, то будет вообще все великолепно. Больше, в принципе, и не стараюсь. На 6 из 7. За один удар мы его ложим. Уху-ху. Это вообще прикольно. Посмотрим, какого уровня мы еще сможем пробить за один удар. Буквально 1-2 и все. Семь-четыре, да, следующего мы уже не пробьем. Ну давай. Как раз, отлично. Да, пробили. То есть 6 уже победили, план свой я выполнил. Ну вот еще одного пробить, и будет вообще шикарно. 7-го. Если он сейчас нас не уничтожит... Будет все отлично. 3 балла. Блин. 6-3. А, выдержит. Должен выдержать. Отлично. Раз, два. И давай так. Так, ну а сколько будет у следующего уже здоровечка? Так, это был 7-й. И 8000, да, уже не хватает каких-то там 100 очков. Ну, может, 2 пройдет. Да, 8-й, ребята. 8-й. Индораптор 4 уже, получается, пробил. Ну все, мы готовы принять свою смерть. Yeah.
Вот такой вот, ребятки, у нас получился 100-115, ну, такие, совсем маленькая циферка, да? Помню, мы там по 300 тысяч пробивали, или было когда-то по 600 на каких-то боссах. Там были какие-то дикие цифры по сравнению с тем, что сейчас, ребята. В общем-то, ну, мы уже все, как говорится, получили, да? Все награды. Еще остается один день, то есть в понедельник вечером закончится у нас эта битва. Так что, ребятки, всем спасибо. Пишем хэштег в Джаггернаут. Решетка Джаггернаут, да, для тех, кто хотел бы увидеть Джаггернаута вместо вулкана 19. И до скорых встреч!